Ты больше никогда не увидишь моих слез. Приехали издалека увидеть тебя. Оказывается, ты обыкновенный, как все. Да что же у меня особенного? Это я убил твоего сына. Закон, бор, гласи. Не будет больше крови на этой земле. Кто это сделает, пусть найдет меня в горах. Не бывать смертям больше. Я отменяю кровь не вместе. Поворачивайте коттедж в село! Нет. Все-таки пойду позову отца, пусть он и разбирается. Нет, не надо. Лучше я расскажу. Расскажи, что случилось? Я слышала, как мама говорила. О чем? С кем? Мою судьбу она видит по-своему. Что ты говоришь? Все матери хотят счастья своих дочерей. Моя жизнь в ее руках. Откуда ты знаешь? Знаю. Выдадут за того, кого они хотят. Потом придется всю жизнь страдать. А как ты хочешь? Я хочу счастливой жизни с Бобой. Они вырастили тебя. Им знать. А ведь его мать приходила, а моя отказала, не спросив ни меня, ни отца. А Боба сам решает. Я ему верю. Все матеря хотят счастья своим дочерям. Шаха, мой тебе совет. Ты прикинься больной и дождись возвращения Бога. А время все поставит на свое место. Дождись. Бабушка Шаха понимала ситуацию. Она решила всего лишь растянуть проблему.
думала, придет какой-то миг, ситуация сама по себе найдет разрешение. Знаешь, нам надо что-то делать нашей дочери. Да. Она никак не идет. Даже наоборот. В последнее время она начала ныть во сне, звать эту сироту. А ведь его давно здесь не видно. Он не сирота, а беда на нашу голову. Хотя отец был хорошим человеком. Да, и мать хорошая женщина. Ну разве от всего этого нам легче? Жена, смотри! По нашему обычаю за девушку и отвечает мать. А роль отца только беречь вас. Знаю. Я думаю. Я много думаю. Мне кажется, надо позвать мужа, чтобы очистить ее дух. Я сам знаю, кого надо позвать. Выдав сказанное женой как собственное мнение, Амирхан уже знал, как он будет действовать. И ему в этом деле нужен был помощь. И молла был очень подходящим вариантом. На такой встрече я не мог подходящее место найти, как чем разрушенный наш человек. Да ничего, ничего. Говори. Жизнь несет нас, мулла. Порой нехорошие стороны. Моя дочка охватила недобрые чувства. Нам нужен твой помощь. А что с ней случилось? То иногда не есть, то есть что попало. Иногда даже меня нужно. А как поспит, она тут же во сне зовет эту сироту Саркуш. А что вы стоите? Идите объясните. Вы же лучше знаете. Мне нужно жизнь моей счастливой дочери. Я ее вырастил, научил как мог. Твоя дочь не больна. Ее судьба связана с сыном соседа. Что ты говоришь? Да. Какая связь, какая судьба? Твоя дочь третий раз выйдет замуж. А эта Буба очень неспокойный человек. Он привезет нам очень много-много беды. Смотри, Амирхан, дочь твоя, воля твоя. Решай сам. Ты думаешь, у меня другого выбора нет? Дочку надо выдавать того, в чьих руках есть семья. Боже мой, это несправедливо. Амирхан, прошу тебя,
Хотя бы потребуй у него богатых свадебных подарков для нашей дочери, достойных ее преданного. О чем ты говоришь, Ирина? Мужчина не торгуется. Лучше пойди поговори с его матерью. А я завтра отправлюсь в горы с Муллой и поговорю с ним, в чем дело. При чем тут Мулла? А при чем здесь Мулла? Слышь. Сказанное. Мулла подумал, что сказанное Амирханом был принят, надеясь на вознаграждение с обеих сторон, согласился поехать в горы. Саламу алейкум. Салам, Буба. Вот тебе пуш. Не могу своим глазам поверить. Надеюсь, добро это. Наша мулла начала заняться добрыми делами. С чем? Мы пришли простить. Как с нами? С чем? Моя дочка не здоровается. С чего? Я при чем? Мы, конечно, пришли прояснить, что делать. Как нам быть? С чем мы? Вы отказались. Я вошел в сад, а вы пустили на меня собаку. Сейчас не место этого разговора. Да все знают об этом. Не будь ты мне другой невесты. Я буду хорошим. С чем? С чем? С чем? Думаю, Амирхан мягко. В течение года. Что это означает? Я хочу знать, ты сможешь понести все расходы на уровне моего рода. С чем? С чем? С чем? С чем? Подумай о матери. Оказавшись между двумя влиятельнейшими мужчин села, принял свое роковое решение. Он прекрасно понимал, что если он откажется, потеряет последнюю нить надежды. Но он и не знал, что его ждет в незнакомом городе и к чему он может вернуться. Thank you.
пути, потеряешь, через чего ты прошел. Если повернешь, возможно, найдешь того, чего не ждал. И Буба решил направиться в город, который сулил ему большими заработками. И, уезжая, он решил попрощаться только с другом детства. Кто-то должен был знать, куда он направился и зачем. Я не могу терять время. Я обещал. Лучше потерять время, Буба. Лучше потерять время. Чем благословение мать? Когда я приду с деньгами, тогда она меня поймет. Она может понять. А вот судьба тебя не пронзит. Разве не судьба меня таскал по этих горах? Судьба всегда нам дает право выбора. Я уже выбрал свой путь. Я еду в Баку. А что тебя вынуждает поступать таким образом, Буба? Проститься с матерью? А? Возможно, смотря в шах и глаза, я не могу быть перед ней обязанным. У меня мало времени. Буба, нельзя положение с ней сравнивать с переживанием матери, понимаешь? Я был хорошим сыном для ней. Неужели она меня не поймет? Она-то поймет когда-то. А вот жизнь... Не знаю. Наверное, не скажешь о моей матери есть. Конечно, скажу. Но даже если после этого она тебя благословит, они не будут вставать. Это мой бой. Я на него пойду. Буба отвлекся от сути своей жизни и бросился искать средства для своего счастья в далеких краях. Он был наслышан о больших городах, больших возможностях. Те, которые рассказывали ему об этом, никогда не говорили, чем приходится уступить, чтобы иметь то, чем они любят хвалиться. И никто его не предупредил, что здесь легко ошибаться и сурова расплата. Тем более закон гор требовал от горцев не пачкать себя.